Я очень внимательно слушал вас. Вы не сказали, что военмех занимает практически лидирующее место по отчислению плохих студентов, что дает возможность утверждать, что действительно образование очень серьезное. Поэтому очень хотелось бы вас всех увидеть хотя бы на дне космонавтики 2017 года. Это 12 апреля. Ну что ж, еще раз смотрите внимательно и запоминайте, кто ректор, кто декан. Ректор военмеха, доктор технических наук, профессор Константин Михайлович Иванов. Декан факультета И. Сергей Юрьевич. Декан факультета Р. Алексей Дмитриевич. Не перепутайте, когда будете подходить. Ну что ж, уважаемый ректор, уважаемый декан, я приглашаю вас сейчас в зрительный зал. Приходите, пожалуйста. Ну а пользу.